Ну что, друзья мои, тот урод оттуда уже прилетел, черный. Это я уже дома, немножко согрелся, телефон подзарядил, потому что зарядка в нуле была. На нуле. Сейчас я камеру поправлю. Ну, вроде нормально. В общем, и те трое уроды еще летают. Так что нельзя, вот они. Вот эти балбесы. Так, сейчас направлю вот здесь и попробую. Да, чтобы посветлее было мне. Так, голуби и тазик там. Они купаются на улице, на воле. И вот эти чудики. Сын моего старика. Черная. Не знаю, либо голубка бела, но пока еще крылья не видно. Да, желтая голубка это, по-моему. Вот они. На улицу выходить не буду. Попробую так снимать. Вот, кофейня с места стоят спускаться. А это вот эти чудики мои. Раскрываются. Кто куда. Не, походу придется, наверное, на улицу выходить. Но не буду ни нахрен. Что-то голуби зашугались. А может, Татьяна кто-нибудь. А не, вон он. Воришка. Воришка голубей хотел своровать. Наверное. Вот он как лупит. Щелчки, наверное, слышите сбоку. Вот они что вытворяют. И как мне их снимать? Кто-нибудь подскажет? Их даже не успеваешь зацепить. Вот себя. Ну, сели. И ролик короткий. Ну что, друзья мои. Всех благ. Гоняйте. Меньше рассказывать. Если есть что показывать, ну что покажите. Пусть будет пример для молодых. Сейчас я свет включу, голубятни, чтобы зашли. И вот это мои чудовища, которые людей злят. Вот этот разорванный шея разорван. Ну, живой и будет жить, и так и должно быть. Ну что, всех благ вам, друзья мои. Удачи, гоняйте, любите и не обижайтесь, пожалуйста. Делом докажите все, будет интереснее.